Я бы, наверное, согласилась, что надо ужесточать именно действительно исполнение законов на тех же людях, которые их придумывают. Ну, придумал закон, вот ты узнай степень ответственности, насколько это весело, да? Потому что мне вообще, мне кажется, что очень многие наказания, они совершенно не соответствуют тому, так сказать, греху, который человек совершил. Зачастую вот действительно там вот там какая-то капля алкоголя в какого-нибудь там обычного водителя, да, который в принципе ничем не оборачивается, вылоют гаишники, начинают его там скручивать ему там вдоль и поперек, и потом суд, отнимают права и так далее. А человек, допустим, зарабатывал, допустим, этой машиной, да, или там грузовик водил и зарабатывал. Они лишают его работы фактически, правильно? А то, что какой-то депутат или там кто там еще, так сказать, судья там покатался пьяный, так ее надо не то чтобы лишь, ее надо вообще уволить с работы. Вот что он, человек должен, потому что этот человек должен быть кристально чист. Он судит других, он наказывает людей, сажает их в тюрьмы. На нем и так такая ответственность висит, да, за все то, что он делает. Так он должен быть кристально чистым. А он вываливается из машины пьяный. Ну, надо обязательно наказывать. Но, к сожалению, у нас практика такая, что эти люди откупаются. И вот этот вопрос, как бороться с коррупцией. А вот как? Вот там и бороться.